Доброго времени суток, мои дорогие зрители и подписчики. С вами канал Life Tarot Надежда. И сегодня у нас очень необычная тема, а именно состояние аффекта. И здесь мы посмотрим срочное сообщение именно в этом состоянии. Я думаю, многие знают, что такое состояние аффекта. Это некое душевное волнение, это некий порыв, в котором нарушается волевой контроль над действиями. То есть в этом состоянии человек слабо себя контролирует. И мало того, что действия, да, тем более мысли. Вот этот вопрос мы сегодня с вами и посмотрим. Я надеюсь, что вам будет интересно. Наливайте, пожалуйста, чай, кофе, какао. Любой напиток, который вам нравится, располагайтесь поудобнее. Я уже тасую колоду карт 22 старших аркана для того, чтобы выбрать случайно одну карту для вас. Вот здесь будет карта лежать до конца расклада. В конце расклада я ее открою. Это примета, которая приживается на моем канале. И что с этим делать, как это все работает? Вот здесь вот будет ссылочка. И там вы можете посмотреть, там в самом начале видео я коротко объясняю, как примета работает, как зафиксировать, как отпустить желание, как приложить максимальные усилия для того, чтобы ваше сокровенное желание исполнилось. Только я напоминаю, ваше желание должно касаться именно вас, не других людей, а именно вас. И вы всегда должны понимать, что если будете счастливы вы, то родных и близких тех людей, которые рядом с вами, вы тоже найдете возможность и способ осчастливить. Поэтому заботьтесь о себе, тем более не загадывайте желания, по которым кому-то будет плохо. Итак, у меня сегодня Таро Чиро Марчетти. Расклад у нас на отношения, конечно же. Ну и давайте смотреть его срочное сообщение в таком состоянии. Что скажет вам мужчина в состоянии аффекта, или что сказал бы, случись с ним такое состояние, потому что не каждый человек попадает в такие состояния. Вот. Но так как у нас в руках Таро, мы можем задать любой, абсолютно любой вопрос. Итак, что происходит в ваших отношениях, неправильно взяла колоду, на данный момент? Что происходит? Женщина устала, здесь показано. Она устала все вывозить на себе. Знаете как? Я первая звоню, я первая мирюсь, я первая узнаю, как у тебя дела, да? Я первая тебе пишу. Почему так? Я уже устала от того, что какие-то лидерские позиции в наших отношениях – это сугубо мое дело. А мужчина здесь расслабился, мои хорошие. Здесь мужчина считает, что весь мир зациклился на нем, и все ваши интересы, вся ваша жизнь тоже должна быть сосредоточена на нем. Мужчина жадина здесь, конечно, но здесь жадина, ему очень дорого то, что вы делаете или делали для него, и, конечно, он с этим расставаться не хочет. В каком бы контексте сейчас не происходили ваши отношения, вы вместе, вы поссорились, может быть, вы расстались. В любом случае у мужчины здесь идет четкая информация о том, что все, что связано с вами, ему дорого. Потому что вы ему в свое время дали понять, что он буквально вот центр вселенной. Ну или вы сейчас скажете, он себя почувствовал пупом земли. Я здесь с вами целиком и полностью согласна. Но видите, здесь человек говорит, мне это нравится. Мне это нравится. Да, здесь у многих сейчас происходят трансформации в отношениях, и вы для себя должны понимать, что без этой трансформации будущего у отношений, которые мы сейчас видим, не будет. Да? То, что в ваших отношениях есть сейчас, оно привело к тем моментам, которые вы сейчас наблюдаете. Там, допустим, ссоры, недопонимания, конфликты или расставания. Это тот логический конец. Да, логическая цепь, которая, ну, которую вы сейчас наблюдаете. Поэтому здесь трансформация в отношениях, изменения нужны. Давайте посмотрим, в какую сторону здесь стоит пойти. Ну, во-первых, женщине, я хочу сказать, здесь больше все-таки обратить внимание на себя. Потому что вы переключались на мужчину, да, для него, ради него, из-за него. И вы забыли о себе. Но когда вы заботились о нем, вы ему же и дали понять, что в ваших отношениях главнее он. А вы так, да, вы на вторых ролях. Вы справитесь, вы сама по себе, вы сильная. Вы мужчину разбаловали. Поэтому здесь стоит сейчас идти путем повышения своей собственной самооценки. Когда вы сама для себя, вы себе устраиваете праздники, вы себя балуете, вы говорите больше о себе. Я думаю, здесь такая ситуация, когда женщина больше облачилась вслух, да, и она просто слышит и слушает мужчину, и в каждом его
слове, в каждом его предложении, просто пытается найти ту ниточку, по которой она может быть нужной и она может быть необходимой ему. Но получается так, что мужчина здесь расслабился, да, он говорит, давай мне, давай, давай, мне еще, мне это все нравится, мне это нужно, а вы здесь уже обесточились, да, вы здесь устали. Поэтому перво-наперво здесь менять ориентиры в сторону женщины, потому что женщина здесь себя растратила, но, конечно, когда ты только даешь мало чего получаешь, конечно, ты устанешь. Вот здесь такой вот подбитый воин, который уже, наверное, даже сомневается в том, что эти отношения искренние, что в этих отношениях есть любовь. Давайте посмотрим, какие чувства здесь преобладают в этой паре. Ну, здесь мужчина, конечно. Но вот опять же, да, вот давай, мне все нравится, я все буду принимать. Опять же, вот видите, здесь страдающая женщина. Мужчину все устраивает. Мужчина здесь, видите, вы его посадили на трон, начистили ему корону, дали там державу в руки, и все. Он сидит. Ему все здорово. Он здесь до сих пор ждет от вас какого-то шага. Такое ощущение, что вы ему здесь что-то должны, что-то задолжали, пообещали, а не отдали. Но вот здесь мужчина сидит и ждет. А вы уже не знаете, как из этой ситуации выпутаться, как эту ситуацию поменять. Вот самое вот здесь уже карты показывают. Да, перво-наперво вы должны про себя вспомнить, что вы в этих отношениях женщина, а не мужчина. Женщина. Что все-таки вы должны чувствовать внимание со своей стороны и любовь. Ну, в свою сторону, да, и любовь в свою сторону. Потому что состояние, в котором вы сейчас находитесь, здесь некое, знаете, вот недопонимание того, а какая настоящая любовь является истиной, да, или какие чувства можно назвать настоящими. Подмена понятий, когда полностью выливаетесь в другого человека, а по факту вы опустошаетесь, человек-то наполнился, вы его наполнили от и до. Вот, и если вы ему сейчас не даете внимания, и сложился определенный дефицит, конечно, у него будет острая нехватка, подпитки какой-то. Конечно, здесь мужчина будет пытаться как-то вас спровоцировать на действие, какими-то окольными путями зайти, напомнить о себе. Вот, все для того, чтобы снова вспомнили, что он главный, перед ним нужно прыгать, а его нужно здесь ублажать, как это было когда-то. Хорошо, что еще в отношениях самое главное вы должны знать. Если вы не прекратите вот такое поведение, когда вы сосредоточены полностью на мужчине, вы окончательно разочаруетесь и в отношениях, и в мужчинах. Вот с этим, конечно, здесь нужно заканчивать. Помните, что для себя вы главная. Как бы вы ни любили мужчину, самое главное вы. Ну вот получилось так, мужчина вас бросил, либо вы расстались с ним, и все, мужчина-то ушел со своим, а вы остались с чем? С недопониманием, с обидами, с разочарованием, с разбитым сердцем. И с большой такой несправедливостью, я для него все, а он мне что, да, не оценил, воспользовался, предал. Нету здесь, видите, равноправных отношений, нету справедливости здесь, карты говорят, в этих отношениях. Кто-то лялька, кто-то мамка здесь, я думаю, вам четко понятно, кто здесь есть кто. И люди здесь рассыпаются, и вы однажды поймете, что из этих отношений вам хоть на время, но нужно будет выйти, для того, чтобы мужчина на какое-то время побыл без вашей помощи, без вашей поддержки, без вашего внимания, без вашей любви, залюбили, закружили. Заласкали его. Чересчур много внимания данному персонажу. Какое-то время ему это нравилось, а в какое-то время он к этому уже привык. И, соответственно, будет требовать, если вы ему будете этого не додавать. Хорошо, здесь в отношениях, в принципе, все понятно. Я надеюсь, что вы меня услышали по поводу того, что в любом случае здесь перекос в отдаче энергии нужно будет менять. Иначе вот он итог, который вы наблюдаете. Я думаю, вас по-любому такого формата отношения не устраивают, когда ты вкладываешься, а тебе взамен очень мало, в иных случаях и совсем ничего. Ну, давайте введем мужчину в состояние аффекта. Что-то у него случилось, что-то у него произошло. И вот он в измененном состоянии сознания. Что он скажет в этом состоянии вам? Что он хочет вам сказать? Он говорит, ты особо не радуйся, ты особо не расслабляйся. У тебя не получится быть одной.
И он говорит, я очень сомневаюсь, что ты, в принципе, такая женщина, которая сможет все сама, все в одни руки. Мужчина не верит, что вы сможете стать самостоятельной, самодостаточной настолько, чтобы обходиться без него. И более того, здесь мужчина говорит, что если я пойму, что я тебе совсем не нужен, вдруг я от тебя так просто не отстану. Я все равно до тебя дойду, я все равно до тебя доберусь, чтобы разрушить твою ложную иллюзию о том, что ты без меня можешь жить, что ты без меня обходишься, и все тебе хватает. Интересно, давайте дальше эту логику посмотрим, что еще мужчина в таком измененном состоянии сознания скажет. Он говорит, я подозреваю, что мое чувство к тебе настоящее. И здесь он говорит, я долго этого чувства не принимал. Да? Вот как бы отказывался, понимая, что что-то у него внутри происходит. И пусть он даже это озвучивал вам вслух, да, вот на эмоциях каких-то, вот, может быть, в страстных каких-то моментах, которые происходили между вами. Но если мы посмотрим ему в подсознание, то, что здесь он нам показывает, он говорит, я сопротивлялся этому чувству. Но, похоже, это настоящее чувство. Что-то, он говорит, наводит меня на мысль, что я здесь попал, и чувства, которые я испытываю к этой женщине, это искренние чувства. Что он здесь в любви признается? Ну да. Да, он признается в любви. Ну, вот опять же, да, вот я говорю, кто лялька, а кто мамка. Вот, пожалуйста, здесь Паша рядом с императрицей. У меня на канале есть расклад. Мои хорошие, кто реально понимает, что ваши отношения подходят под формат императрица и Паш, и что в этих отношениях возможно, что между ними будет дальше. Вот здесь вот я оставлю для вас ссылочку. Это для тех, кто не смотрел, либо для тех, кто эту тему хочет для себя проработать, может быть, узнать. Я думаю, вы сможете понять для себя, нужен вам расклад такого формата или нет, да, вот именно на такую тему. Так, давайте еще он в состоянии. Ну, девочки, вот видите... Здесь начинается. Мне плохо, я страдаю. Эту боль доставила, безусловно, ты мне. Что мне делать сейчас, я вообще не знаю. А по-хорошему, девочки, здесь мужчина сейчас думает, стоит ли ему искать замену вам или нет. А почему он так думает? Ну, девочки, ну кто еще будет его подпитывать так, как вы? Ему нужна либо вы, либо если вы точно говорите, все, мне такие отношения не нужны, я с тобой не буду. Вообще мне это не интересно. Вот у мужчины тогда становится большая такая дилемма. Надо тогда искать такую же, да, вот по образу и подобию. В чем он, кстати, здесь сомневается. Это, знаете, я хотел бы вычеркнуть тебя из своей жизни, да, но если у меня будет альтернативная замена, да, которая будет не хуже. Ну, давай про любовь расскажи, пожалуйста. Ну, он, видите, он говорит, я уже порой себя не контролирую. Да, видите, накатывает. Смотрите, здесь мужчина четко понимает, что он оказался в зависимости от вас. Вот как тот повешенный, который все свои какие-то ресурсы теряет, а ему нужна подмога, кто бы ему помог. Про ресурсы, которые он теряет, здесь могут быть действительно в физическом плане, когда женщина была долгое время поддержкой, опорой и донором. И у мужчины дела двигались в гору. Ему хорошо, здоровье улучшается, внешний вид еще лучше становится, чем был, да, и вот по карьере, по деньгам, или, в принципе, да, уровень жизни становится лучше. В том случае, если женщина была донором. Как только такая женщина уходит, или отношения расклеиваются, мужчина начинает видеть, не только мужчина, его окружающий, и женщина, она прекрасна, да, а если она интересуется хоть немного жизнью данного товарища, она тоже замечает, что в его жизни начинают какие-то сферы его жизни хромать, да, все начинает как-то хуже. Вот, и поэтому по потере ресурсов, это, знаете, вот вдруг импульсно он начинает осознавать, что в его жизни происходят какие-то вещи, которых раньше не было, пока были вы. Вот она жертва, да? Вот она карта помощи. Поэтому здесь мужчина говорит, я теряю сейчас контроль над собой, потому что я не понимаю, что происходит. Реальную ту вещь, которую осознал, что нужна вы, либо если, как я уже сказала, да, вы говорите, что нет, все, баста, хватит, не хочу, другая какая-то женщина. Ну где ее взять такую, да? И какая другая, где гарантия, что... Совсем другая женщина захочет быть вот такой же вот мать Терезой, как вы, которая будет вкладываться в него, которая корону ему начищать будет в очередной раз, на троне его обхаживать, там, опахалом его обмахивать. Нет, конечно, сложная такая задача. Похоже, вы одна единственная в его жизни такая была, есть и будете.
Поэтому здесь мужчина не справляется сейчас с тем, что какой-то упадок происходит в его жизни. Он буквально говорит, видите, я здесь жертва, поэтому мне нужно, чтобы кто-то мне здесь помог. Угу, давай еще расскажи, что ты нам скажешь в состоянии аффекта. Я думаю, понятно, да, что здесь будет такой вот сыр-бор из разных обрывков мыслей, потому что, как я уже говорила в начале, это когда нарушается волевой контроль над действием. То есть делаю то, что не контролирую, думаю то, о чем и не могу проанализировать, да, или первое попавшееся, что в голову пришло, то я и сказал, даже не контролируя, тому ли я человеку говорю, вот, или, может быть, я лишнее сболтну. Поэтому... Интересно и посмотреть будет, что он еще скажет. Ну, видите, из короля, да, видите, из короля превращается не пойми в кого. Что если раньше он сиял, радовался этой жизни, и видите, вот опять же накапливал, то тут все, что он накопил, здесь как-то делится на двое. Рыцарь мечей, по жезлу. Здесь мужчина, да, он сейчас находится в состоянии, здесь не то, что аффекта, а в состоянии судорожного такого мандража, что делать, вот в какую сторону бежать, буквально ищет пятый угол. Похоже, вот именно в таких состояниях человек начинает молниеносно выцеплять самые главные вещи. Вот она была, все было хорошо, она исчезла, все стало рушиться, да. И поэтому мне срочно вот эту вот рушащуюся кирпичную стену, вот нужно вот либо кирпичи, которые вывалились, вот срочно, да, вот вкладывать дыры, в которые образовались, вот, либо здесь где-то новый кирпич найти. Ну, у нас с кирпичом сейчас сложно, да, дефицит. Поэтому здесь мужчина у нас в шоке. Я имею в виду сложный дефицит. Это современные, вот сугубо современные физические реакции. Ой, реакции, говорю, реалии, простите. Заговариваюсь. У меня, похоже, сейчас тоже такое вот состояние аффекта. Потому что, считывая расклад, ты в любом случае, чтобы его объяснить, ты должен в него погрузиться и объяснить. Что еще здесь мужчина скажет в состоянии аффекта? Ну, все, он разбитый. Вот как вот не какие-то пентакливые карты, которые легко считываешь, как материальная сфера, как что-то физическое, так здесь у мужчины все в упадке. Внутренний дисбаланс, внутренняя какая-то вот расстройка у него здесь произошла. Не знает, как это все остановить. Не то, что улучшить, а здесь хотя бы остановить падение. И он понимает, что на это нужно время. А да вот она, та звезда, которая все может повернуть вспять. Ну, это вы, конечно, здесь, да, да. Это та женщина, которая его посадила на трон, которая его сделала любимым, которая говорила ему про чувства, которая давала ему понять своими действиями, отношением к нему, что он самый-самый. Ну, он реально здесь все понимает. Вы можете все, девочки, вспять повернуть. Вот для него вы можете вернуть ему удачу. Если посыпало здоровье, вернуть ему здоровье. Как бы это громко не звучало иной раз. Просто появление в жизни, в нашей жизни определенного человека, и жизнь меняется, улучшается на глазах. Вот вы здесь стопроцентно такой человек для данного мужчины, и он это реально понимает. Может быть, в обычном состоянии до него особо и не доходит какая-то, знаете, вот бравада пяткой в грудь, да я сам, да я молодец. А вот когда случается что-то такое, да, вот обрывки памяти, обрывки сознания, подсознания все равно дают такую вот маркерную информацию, на которую ты всегда обратишь внимание. Что еще здесь он хочет вам сказать? Он говорит, я запутался, мне страшно. Мне страшно. Мне нужно хотя бы все остановить, да, чтобы не было хуже. Да, императору нашему здесь очень плохо. Все, он говорит, я ухожу в отшельники, мне плохо. Да, вот на покой, на пенсию. Ему сейчас, знаете, хочется буквально от своей жизни отсоединиться, чтобы там все заморозилось, а ему отсоединиться, вот подумать про жизнь, подумать про себя, подумать над происходящим. Время остановись. Вот такое сейчас большое желание у мужчин. Потому что от вас здесь помощи для него я не вижу. По его мнению, да, ничего вы не делаете. Вот появились бы вы, да, вот снова со своей любовью, со своим вниманием. Все у него точно было бы хорошо. Вы не появляетесь. Поэтому ему нужно принимать какое-то решение самостоятельно. Ну, поэтому здесь желание, да, вот как-то отойти, пусть все эти процессы заморозятся, а он пока подумает над тем, как их исправлять. Что он про вас сейчас думает в таком же состоянии? Давайте посмотрим.
находятся девочки, вот буквально, вот посмотрите, между шестерка кубков в прошлое и шестерка мечей, уход в новые берега. Он здесь пытается проанализировать, что было не так, почему все так произошло. Здесь даже больше не о вас, здесь больше вообще о смысле жизни. О смысле жизни. Почему вы вдруг взяли и из прошлого, да, когда все хорошо, ушли в будущее, и ему вдруг стало плохо. У него все посыпалось. Да, видите, башня, все посыпалось. Никак это остановить не получается. А женщина, да, видите, женщина может прийти и ему помочь. Но женщина придет здесь на своих условиях. Он тоже понимает, что вы, если и согласитесь вернуться в его жизнь, чтобы эту жизнь снова как-то собрать по осколочкам, по обломочкам, то у вас будут свои собственные условия. Да, и первое условие, теперь ты меня будешь любить. Теперь все твое внимание для меня. Да, а по-другому не будет. Поэтому, если вы возвращаетесь в жизнь мужчины, то вы теперь диктуете свои условия. Пока он не совсем готов к этому, видите, здесь дьявол. Здесь хочется и рыбку съесть, да, вот, и сухим из воды выйти. Вот так вот здесь получается. Думает пока ваш мужчина. Вот такое, девочки, состояние. Вот такой у нас аффект. И мужчину здесь рвет, конечно. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Еще как продолжение он о вас уже в спокойном таком вот состоянии, не выведенном из строя. Но пока мы смотрим карту. Это карта солнышка. Я вас поздравляю. Ваше желание сбудется. И ваше желание здесь, помимо всего, принесет какую-то дополнительную радость. И вы вспомните себя, что эта радость когда-то у вас была в детстве. Вот в детстве вам так было хорошо, не знаю. Может быть, заветный подарок вы получили. Или, может быть, что-то такое ваша жизнь, да, вот она, детская радость. Бывает, купишь какой-то продукт и говоришь, вкус как в детстве, а у вас будет вот радость как в детстве. Ну, поэтому я вас поздравляю. Видео, где он про вас в спокойном состоянии, но, тем не менее, там тоже есть такие острые моменты, конфликтные. Вот, я думаю, вам будет интересно посмотреть. Я желаю вам всего самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, лайк данному видео. А на сегодня все. До встречи в новых видео. Пока-пока.